Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на пылесос, о котором вы просили меня рассказать уже очень долгое время. Это доступная цена и, конечно же, действительно неплохая мощность для того, чтобы убираться всюду. И вот заодно протестируем с вами, насколько это эффективно может работать с точки зрения ежедневного использования. Так что давайте вместе разбираться, как это все работает. Полное наименование модели данного пылесоса, а это у нас пылесос-трость проводной Dirma Vacuum Cleaner DX888. Модель популярная. И в первую очередь она популярна по двум причинам. Это компактное проводное решение и действительно очень мощное, а значит уборка у нас получается эффективной. В комплекте есть вот такая ручка, устанавливается на сам пылесос, держаться за нее действительно удобно. Конечно же, есть и дополнительные насадки, например, основная, вот такая вот у нас устанавливается, да. И как видите, с обратной стороны у нас нет ни валика, ничего, просто идет именно момент всасывания. Зато есть два ролика и прорезиненная история, которая будет загонять всю грязь внутрь. Ну и конечно, есть у нас крепление на стену и сам пылесос. На этом комплектация не заканчивается, однако сейчас попозже я вам покажу две дополнительные насадки. Конечно, первое, что мы можем сделать, это установить ручку вот сюда, она защелкивается, по бокам есть кнопочки, которые позволяют как раз ее отщелкнуть при необходимости, если вдруг вам это будет нужно. А нужно вам в первую очередь это будет, если вы захотите снять бак для очистки. На самом деле модель недорогая, с эргономикой здесь не так все хорошо, как у большинства супер дорогих моделей по сравнению в плане цены, потому как даже пылесос за 10-15 тысяч рублей будет очень дорогим именно в сравнении с этой моделью. Однако HEPA-фильтр здесь используется. Есть нечто похожее на циклонический, собственно, основной фильтр. Плюс есть поролончик, который у нас дополнительно тоже служит здесь некой такой защитой, чтобы пыль никуда больше не попадала. Ну и понятное дело, что все это можно чистить. Удлинительная трубка. Давайте мы ее сейчас одеваем. Вот так вот. Это тоже происходит максимально просто и понятно. И здесь у нас есть, соответственно, насадка основная вниз, которая будет стоять на данной трубке. Все абсолютно детали между собой коннект. Несложно, но очень плотно. Можно установить одну из двух дополнительных насадок прямо на сам пылесос. То есть она у вас всегда будет находиться под рукой. Удобно. В этом плане большие молодцы. Большая кнопка включения, красная, нажали. И пылесос на самом деле имеет мощность всасывания 200 ватт. Заявлено, соответственно, суммарная мощность у нас 600 ватт. Но на самом деле это вот абсолютно просто цифра. Вы можете с ними ознакомиться, в описании будет подробные характеристики. Главное, что пылесос, когда ты включаешь, аж подрывается, насколько он мощный. И для уборки, если вы хотите действительно вот не заморачиваться с аккумуляторами, с чем-то еще, но при этом эффективно убираться абсолютно везде, вы получите действительно максимум. А вот у нас щелевая насадка, одна из как раз здесь дополнительных, убирается тоже так же. Есть и вот такая щетка, она может использоваться для мебели, для различных ковров. Опять-таки, как угловая щетка, вот как в моем случае. Я использую ее именно в таком ключе, и вы знаете, засасывает абсолютно всю грязь на раз-два. Это мощный, удобный и простой отчасти пылесос, но самый главный эффективный. Что получается по итогам? Данный пылесос проводной. Да, с одной стороны минус, с другой стороны провод длинный, и конечно же мы получаем супер лояльный ценник и действительно высокий показатель по мощности. Удобно использовать и однозначно. Есть возможность плюс с собой носить дополнительные аксессуары, что тоже прикольно. Предусмотрели на корпусе, да и внешне он выглядит крайне футуристично. Таким образом, он справляется со всеми задачами на ура, и при этом, повторюсь еще раз, стоит действительно очень адекватных денег. Так что, если вам нужно вот такое решение, то однозначно смотрите в сторону именно этой модели и не пожалеете. От меня искренние рекомендации. Ну и по ссылке в описании, конечно, найдете актуальную цену, а на YouTube также продублируем ее в прикрепленном комментарии. Не забывайте поставить большой палец вверх данному видео, там, где смотрите, подписаться, там, где смотрите, нажать на колокольчик два раза, если смотрите на YouTube, чтобы не пропустить выход новых видео, уведомляшка будет прилетать, ну и понятное дело, что... Ну, правильно, наш телеграм-канал. Переходите, много того контента там появляется фактически ежедневно. И, конечно, там есть наше шоу про автомобили. Оно явно вам понравится, потому что на автомобиле мы смотрим как на самый современный гаджет. У нас там эксклюзивчик был в конце прошлого года. В общем, вам понравится, переходите, смотрите, не пожалеете.